По словам Абаева, государство будет помогать всем нуждающимся вне зависимости от того, вышли они на митинг или нет. Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал прошедшие в столице митинги многодетных матерей. Государство не отказывается от своих обязательств. Но если мы сейчас поддадимся давлению и раздадим квартиры митингующим, то завтра на митинг за квартирами выйдут все, сказал Абаев в программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар». Он отметил, что вышедшие на площадь женщины требуют квартиры вне очереди, что нарушает принцип справедливого распределения государственной помощи. После этой стихийной акции выяснилось, что у многих из них есть вполне трудоспособные мужья. Также выяснилось, что у отдельных участниц акции уже есть жилье. Многим из них списаны кредиты. Оказывается, адресная социальная помощь, добавил министр. Аким Нурсултанов встретился с женщинами, устроившими акцию протеста. По его словам, государство будет осуществлять помощь социально уязвимым слоям населения в порядке очереди, вне зависимости от того, выходят они на митинг или нет. Ранее в столичном акимате также высказались о митингах в столице. В администрации Нурсултана отметили, что многодетные матери требуют жилье, при этом не вставая в очередь.